Главный эколог города Сергей Сухопаров через свой микроблог поведал о том, что в ходе субботника с территории города на свалку в Новоалександрово было вывезено больше 1 000 000 килограммов мусора. Это не считая регулярных рейсов с бытовыми отходами. Депутат Госдумы от нашего региона Виталий Золочевский считает, что субботник, конечно, дело хорошее, но всем должны заниматься профессионалы. И сегодня именно для этого существуют управляющие компании. Юрий Борисов со ссылкой на один из информационных сайтов написал, что комсомольцы 33-го региона хотели самораспуститься. Столь серьезный вопрос перед юными коммунистами возник из-за якобы принципиальных разногласий со старыми коммунистами. Особо усердствовал Илья Быков. Если верить написанному, старшие товарищи занимаются Так и сказал. А вот Антон Сидорко якобы бросил в адрес неправильных коммунистов следующее. «Если кто на пути встанет, ноги переломаем и затем вынесем вперед ногами». От себя добавлю, что выпустив пар, комсомольцы все-таки решили не самораспускаться. В продолжении темы Юрий Борисов написал, что коммунист Михаил Вязгин считает комсомольцев нервными, метеочувствительными людьми. К рубрике «Один день». Только ленивый не мог не написать сегодня о дне рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Еще из владимирского твиттера можно было узнать и о дне рождения бывшего главы региона Николая Виноградова. Кирилл Николенко рассказал о том, что в этот день, в 1945 году, передовые части советской армии вошли в Берлин. А Светлана Крус рассказала о том, что сегодня День Земли. Этот день – призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения человека и его культуры. На этом у меня все. Не забывайте читать нас в Твиттере.